Красная Москва и Шифр. Слава и полет. Волга и победа. Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о легендарных советских брендах. Хорошо ли сидел костюмчик от большевички? Большевичка была качественная, это был хороший продукт. И за какими советскими товарами охотились иностранцы? Были вот такие часы славы немцам. Когда отец служил, они очень нравились эти часы. Made in USSR. Лучшие торговые марки СССР. Это такая античная простота, если машина то «Жигули», если пиво то «Жигулевское». СССР. Знак качества. С Иваном Охлобыстиным. В субботу в 13:15.